Всем добрый день. Добрый день, потому что утро проспала. Вчера отключила на беззвучку, потому что с утра либо с работы все брякают, у них в WhatsApp брин-брин. Вот, то одно, другое, вот. Потом смотрю, блин, проснулась в первом часу дня. Чего греха таить, как есть, так и есть. Вот, сейчас свет включу. И это... Смотрю несколько пропущенных звонков. А я же видео снимала-то вчера, в резиночку скакали. Девчонки, реально минус 1 килограмм. Там, кто раньше играл в резинке, однуши, двуши, короче, я до 10 дошла. Ну, показывали там упражнения, скакали, все. Вот, реально, минус 1 килограмм. Не знаю, к чему это, хотя я вечером тоже потом поел после резинок. Ну, все как обычно. Вот, так бы вообще неплохо бы этим заняться, скаканием. В принципе, я думаю, можно кушать все, и если вот таким заниматься, не принуждать себя в тренажерный зал ходить, а с девчонками во дворе скакать, и можно, думаю, реально похудеть. Ну, не думаю, а, скорее всего, реально похудеть. Сейчас у меня идет эксперимент с этим, с безглютеновым хлебом. Вот такой вот я покупала смесь. И все так руки не доходили до него. Решила попробовать. Отсыпала ровно половинку, потому что смесь большая, 500 грамм. Я думаю, что для моей хлебопечки это будет много. Что вдруг за края выползет. И тем более он для темного хлеба, чтобы хорошо размешивалась смесь. Ну, потому что сами знаете, да, там белый, из белой муки он как-то легче, а из темного он... как-то прилипает, что ли, я не знаю, как слипается. Вот как объяснить. Пашка, он тоже до сих пор дрыхнет. Оказывается, он смотрел новости и лег в 4 часа утра. Еще спрашиваю, сколько времени, блин. Программа, скорее, Соловьева. Да, там Соловьева смотрел. Я говорю, для него, на него это просто не похоже. Вот, он даже не поверил. Такой, сколько времени? Я говорю, 4 уже, даже 5 минут 5-го. И даже до сих пор не может проснуться. Мне кажется, он утром просыпался, наверное. Ну, короче, вот так. Вот, пишет Аня, что... А, мы же с ней каждый день занимаемся. Если я на работе, она сама занимается, ну, по математике, там, по алгебре. То есть с интернета есть там такая программа, мне даже учительница показывала, что можно решать и потом смотреть правильные ответы. То есть мы пока там, если... ну, 10 берем примеров, ну, там, на разные тематики, там, на мышление и все такое, там, и на проценты, и все такое. 10 берем, хотя там вроде в задании 15, ну, мы 10, вот, разбираем, если какой-то мы вообще не знаем, мы еще одно добавляем тогда, 11-е, вот, и потом по итогу смотрим ответы, то есть, там, если зеленым, то загорается, то правильно. Вот, ну, уже как бы каждый раз результат лучше. Вот, и она мне сегодня пишет, мама, там, у нее, короче, она по математике, да, Паша, в понедельник у них было, как она, пробник, да, там, у них, кажется, в понедельник, я так поняла, пробник, и дошла до порога баллов. Я такая, ну, молодец, поздравляю. Вот, кстати, идет со школы. Идет со школы. Вот, ну и такая радостная, ну вот. Папа, ну и чё, как решила? Классно. Ты сама не списывала ничего? Хватит снимать. Почему? Я вообще поговорим. Я вообще блог веду. Вот. Ну, короче, все. А, по очкам. Короче, я заходила вот в оптику. И, ну, там доступны цены до 2000. Можно выбрать, короче, очки там, все такое. Вот, в субботу пойдем очки выбирать. Я вчера зашла в оптику. Одна линза, 1800 одна линза. То есть от 6, ой, от 5 до 7 тысяч, наверное, обойдутся очки. Но мы, короче, готовые. Вот. Спрошу про стекло, как там, потому что мне подружка скажет, что, скорее всего, может быть, это не стекло. Ну, посмотрим. Вот, потому что, ну, 5-7 дороговато, реально. Девчонки, собралась уже на улицу. Эти уже вовсю пишут, которая группа резиночка, типа в 5 часов сбора. Не знаю, Пашка зовет на улицу.
В принципе, тепло, он говорит, можешь шапку не одевать. Но я просто шарфик такой легкий одела и куртку как бы розовую хочу одеть. Так, тут у меня еще хлеб готовится серый. Аня, хлеб когда запищит, это выключишь, как обычно. И с этой, с розетки. Идем прогуливаться по Кирову, а потом в 5 часов в резинку. Короче, жир сгоняем. Да. Вот. Я вчера, я говорю, натрясла внутренности, аж, блин, такая... Но у нас такое солнце, вот так, все светит как-то. Всего 10 градусов, завтра уже 14, мы сказали. В смысле, похолодает или что? А, наоборот, потеплее. Теплее. Слушай, а тут же памятник был. Копейка или какой, как он назывался? Что-то куда-то дели его. Вандалы. Вот. Все, домой зашли с прогулки. Сейчас уже девчонки, короче, занимаются в резинку. Сейчас достала специально кроссовки. Такие, в принципе, они для прыгания нормальные. Вот. Ну, такие, видите, они просто на резинке. Вот все такое. И сейчас пойду прыгать в резинку. Пашка сам уже говорит, давай, давай. Так, а где у меня? Ага, все. Все, одевайся, обувайся. Да, ну, короче, опять тут на резинке. Да, на резинке. Да, да, нет, да, и наверх. Все, вот, молодежь, да, учим. Все, молодец.